Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого кота Тома. В начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Ну а сейчас давайте-ка отведем нашего любимца в ванную комнату, и пусть он пока делает свои дела. Итак, у нашего Тома проблема с животиком, с пищеварением, но я думаю, у нас все будет здорово. Итак, супер, вот немножко застеснялся наскотик, но я думаю, ничего страшного. Итак, что-то наш кот Том очень здорово подрос. В прошлой части мы делали все в новогоднем стиле, купили ему вот такую вот звездную шерстку, отлично, ну а сейчас давайте-ка его вот покупаем, что он был чистенький, свеженький, и у него было все здорово. Ну что же, теперь давайте-ка мы его и покормим. Итак, чем бы его угостить? И да, вот после последнего обновления добавили вот такую вот забавную вкусняшку, мороженое в виде снеговика, и Том сейчас это мороженое и скушает. Вот так здорово. Отлично. И так летит самолет прямо в рот. И еще одно мороженое. И наш Том замораживается. Ну что ж, супер. Итак, да, давайте-ка, друзья, посмотрим еще какие интересные вот вкусняшки добавили разработчики вот после последнего обновления. Итак, это все было. Это все было, ну, честно говоря, я не заметил ничего нового. Возможно, вот появится только дальше. Итак, что-то я не вижу, даже вот того снега. Ага, вот он, снеговик. Ну и вот есть еще вот такие вот интересные меняющие фишки, волшебные горшки. Ну, как-то так. Ну и еще немножко я подкуплю этих снеговиков. Ну, и думаю, раз уж такое дело, еще перчиков и фасоли, бобов. Ну, как-то так. Что ж, здорово. Итак, нашего Тома мы накормили. Давайте-ка еще накормим его перчиком. Вот, отлично. И сейчас он должен полыхать огнем. Итак, да. Кроме того, сейчас дадим ему и фасоли. Или это были бобы. А, друзья, я как-то вот зашел не туда, и это все сдвинулось. Ну, ничего страшного. Итак, съедаем бобы, и у него должно быть... проблемы с пищеварением. Да, вот пукает каким-то зеленым облаком. Вот хорошо, что никого там рядом возле него не было. Ну что ж, забавно, прикольно. Вот и теперь надо поднять настроение нашему котику. Что-то он совсем загрустил. А чем можно поднять настроение, если не подарками? Итак, разбиваем фигурку снеговика. И что же там в середине? И там ничего нет. А вот если мы еще раз разобьем, за это будет подарок. Но, по-моему, друзья, опять же, подарок только за просмотр видео. А вот видео и рекламы я не хочу вас утомлять. Поэтому будет пока без этого. А лучше мы приоденем нашего котика и попробуем совершить несколько миссий сегодня. Итак, не хочу я менять вот нашему котику, вот пусть все будет новогодним стилем, вот только поменяю шерстку. Да, кстати, пишите в отзывах комментариев, в какой шерстке вы хотите увидеть нашего Тома в следующем видео, и я это сделаю. Ну а сейчас у нас на Лисе есть шерстка 6 желе. Золотая шерсть, шерсть пумы, франкентом, снеговик, племенная шерсть, сиамская шерсть, леопардовая шерсть, радужная шерсть, культурист, шерсть белого тигра, бриллиантовая шерсть, шерсть зомби, шерсть манека-нека, голубая шерсть пришельца, кибершерсть, робошерсть, шерсть грязь, шерсть камуфляж, розовая шерсть, очень няшная, шерсть мумия, шерсть дракона, шерсть клет, шерсть Тома, рыжая шерсть, белая шерсть, шерсть цветочек, черно-белая шерсть, тигровая шерсть, черная шерсть. Да, вот, друзья, и дошли мы до начала звездной шерсти. Ну, как-то так. Итак, трудно сказать, какая лучше идет на Новый год. Вот, я что думаю, друзья, а давайте-ка мы сделаем нашего Тома сегодня снеговиком. Мне кажется, так будет прикольнее. Вот, ну что ж, сделали нашего Тома снеговиком, выглядит прикольно, забавно. Вот, не хочу я менять интерьер, так как все у нас идет, вот еще и продолжаются новогодние праздники, а вот миссию по выполнению заданий давайте-ка мы сегодня совершим. Итак, наша задача сегодня вот сыграть с котом Томом. Итак, давайте-ка я попробую. И да, и по-моему, друзья, я выполнил первое задание. Да, мне удалось взять первый ключ. Ну что ж, это уже радует. Вот что-то у нас подгружается.
Вот, не поняла, что делаю. Ну, тем не менее, так, первый ключ мы с вами добыли. А второй ключ надо набить 1641 кубок в игре про Тома футболиста. Итак, неудачно. Ай-яй-яй, друзья. Вот, да, есть первый гол. Отлично. И давайте-ка вот как-то так. И что же... Вот, есть второй гол. Супер. Ой-ой-ой, друзья, и я сам себе забил гол. Ну, вот, есть третий гол. Отлично. Итак, давайте-ка попробую как-то вот так. Ах ты, вредина. Вот, пытался я забить. Есть один гол. Опять же есть. И так, вот, а ну-ка вот так. Не удалось пока. Ух ты, вредина. Смотрите, как здорово играет Хэнк. Но я надеюсь, что наш Том сейчас забьет. Да. Итак, 700 кубков. Уже 900. Отлично. Итак, давайте-ка попробую как-то под углом. Есть. Вот круто. Как удалось забить еще один гол. И, по-моему, это будет последний мяч. И да, мы добыли второй кубок. Ну и уже с Анжелочкой нет смысла играть. Хотя, вот Анжелочка, смотрите, какая шустрая. Как здорово нам забила гол. Ну, а пока 1-1. Вот, и я думаю, пока этого будет достаточно. Итак, выходим из этой миссии. Отлично. Все пока здорово у нас идет. И давайте-ка выполним еще одну задачу. Итак, что это у нас? Игра 20 на 48, надо набрать 153 кубка. Без проблем. Давайте-ка попробуем собрать эту игру. Вот как-то так. Давайте-ка я попробую это все сделать. Вот чудесно. И еще вот так. Супер. Вот здорово. Итак, у нас пока все здорово получается. Вот в этой игре нужно собирать комбинации цифр, вот, который удваивается. Итак, смотрите, 16, сейчас я сделаю 32, и за это нам вот идут очки. Отлично. Итак, неплохо. Здорово срабатывает комбинации. Вот еще. Итак, вот, ну, пока все у нас довольно-таки неплохо, мне кажется, идет. И да, нам удалось добыть третий ключ. Супер! Ну что ж, с этой игрой мы разобрались. Вот забавно, кстати, Том вот на воздушном шаре летает на задней стороне, на вот в задний вид как-то так. Вот, и мы переходим к следующей игре. Итак, интересно, какая следующая игра у нас будет, вот для того, чтобы получить вот наш сундук с сокровищами. И это моя любимая игра — покататься с Анжелочкой на машинке. Итак, супер! Ну что ж, я думаю, друзья, мы будем с вами играть до конца. Вот пока я не разобью машинку, поэтому и идем с вами дальше. И так чуть-чуть не попал в аварию, но у нас все-таки все здорово пока получается. Отлично. Итак, собираем звездочки, собираем монетки, ускоряемся. Кстати, я не заметил, сколько нужно было кубков, чтобы собрать. И да, друзья, вот, собрали уже последний ключ, но на этом я не хочу останавливаться. Давайте-ка посмотрим, сколько удастся мне прокатиться с Анжелочкой. И, возможно, мы сегодня побьем рекорд, хотя я давно уже не играл вот эту миссию, в которой нам надо кататься на машинке, и я не уверен, удастся ли это мне. Итак, вперед! Вперед, пока очень даже неплохо идем. Вот, здорово проехали по огромному маршруту. Итак, я уклоняюсь от звездочек, беру замедление. Вот, опять же, продолжаю собирать звездочки и надеюсь, что дальше у нас пойдет все супер. Отлично. Итак, удалось взять замедление. Вот, 400.